Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Перехід на здорове харчування є чи не найпопулярнішою темою серед людей різного віку. Сьогодні ми будемо говорити про вегетаріанство. І допоможе нам розібратися у цьому питанні лікарка-гастроентерологиня Наталія Донцова. Дуже рада бачити вас, пані Наталія, сьогодні в нашій студії. Насправді, вегетаріанство отримало таку серйозну посаду, і зараз вегетаріанство чи не найрозповсюдженіше серед людей усього світу. На нього опираються, харчуються люди, і взагалі це спосіб життя такий собі, коли люди обирають таку філософію для себе. З точки зору медицини, що ж таке вегетаріанство і як можна його охарактеризувати? Ну, начнем с того, что вегетарианство уже существует несколько тысячелетий. И зародилось оно в основном в теплых странах, где преобладало питание фруктами, ягодами, овощами. А в наше общество оно пришло где-то с 1977 года и официально зарегистрировано на 2019 год около 47% вегетарианства. Я вам скажу, багато. Да, это много, очень много. И существует где-то 12% веганов. Веганы – это разновидность вегетарианства. Вегетарианство – это что? Это полностью отказ от мяса. Но при этом вегетарианцы употребляют в пищу другие растительные белки, то есть молоко, яйца и так далее. Веганы – это более строгое питание, то есть они отказались полностью не только от мяса, но и от молока, меда и яиц. Ну, действительно, задается вопрос, что это – образ жизни или это диета? Ну, вопрос остается открытый, потому что очень много в этом направлении есть суждений. Скорее всего, это просто сбалансированное питание, и оно включает в себя и физические нагрузки, то есть это здоровый образ жизни. Ну, с точки зрения медицины, есть плюсы и есть минусы, потому что вегетарианство, перейти к вегетарианству не так-то просто. Человек должен быть убежден в том, что он поступает правильно. А с позиции медицины, так ли здоров организм, нет ли каких-либо грубых нарушений функции внутренних органов, чтобы перейти к такому кардинально новому питанию. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Плюс в том вегетарианству, что мясо является очень тяжелым продуктом и усваивается в организме намного тяжелее, чем белки растительного происхождения. Но с другой стороны, вегетарианцы должны постоянно думать о том, составляя свой колораж. Вот у них, например, должно быть четко разработано 58% углеводов, 30% жиров и 12% белков. Как получить эти продукты? Так, як отримати? І це треба розібратися, так, які ж рослини треба вживати, аби той білок рослинного походження, він постійно був в вашому організмі, і щоб ви його отримували в достатній кількості. Так? І тут постає питання з боку взагалі медицини. Наскільки це для людини правильно? Чи може людина отримувати усе для своєї життєдіяльності, для свого здоров'я, аби насправді керуватися таким вот способом життя? Ну, с позиции медицины, к сожалению, в вегетарианстве очень много минусов. Это заключается в том, что те белки, которые получают вегетарианцы из растительной пищи, это бобовые прежде всего, они тяжело могут усваиваться организмом. Да? Ягоды, фрукты, они не дают достаточного поступления в организм такого важного продукта, как витамин В12. И тяжело усваивается железо. Его намного меньше во фруктах и ягодах, чем, например, в мясной продукции. А кальций, который мы получаем с молоком, мы тоже его недополучаем. Ну, соею так заменяют. Соя. Чи може соя замінити? От та соя, яку використовують вегани, так, чи може вона бути замінником повноцінним?
Полноценным не совсем правильно, потому что как есть научные исследования, и они показали, что у веганов, даже употребляя достаточное количество сои, они все равно страдают железодефицитной анемией. И железодефицитная, потому что все-таки во фруктах и ягодах нет того железа, которое более в животном происхождении. Отсюда появляется тяжелая анемия, отсюда и сонливость, и слабость, и все. И они вынуждены использовать в своем питании различные БАДы. Периодически два раза в год или в год под контролем содержания железа и В12 в организме использовать или инъекционные формы железа и В12, или таблетированные формы. Пані Наталя, а чи доводилося вам працювати з такими пацієнтами? Ну, я маю на увазі, от ви знаєте, що ці люди точно дотримуються такого способу життя і такого харчування. Угу. І якщо проводити от аналогію з людьми, які ну, більш схильні до традиційного харчування, то от, чи можна порівняти стан їхнього здоров'я? Ну, в моїй практиці дуже мало було пацієнтів, які займаються вегетаріанцем. То есть чистые вегетарианцы. Вот. Но при этом, ну как вам сказать, больше, конечно, мясоеды были. Но вегетарианцы имеют минусы в том, что именно со стороны желудочно-кишечного тракта чаще всего у них возникают гастриты. Чаще всего у них возникает желчекаменная болезнь. Почему? Потому что растительная пища, она не дает полного сокращения желчного пузыря и не дает такого большого выброса желчи, который участвует в процессе пищеварения и запускает ферментативную активность поджелудочной железы. Отсюда возникают такие болезни, как желчекаменная болезнь или, допустим, сладж, то есть какие-то хлопья появляются в желчи. И, естественно, они вынуждены будут обращаться к специалистам. Ну и, конечно, анемия. Угу. Анемия на сегодняшний день, в общем-то, занимает не последнее место. И второе заболевание – это синдром раздраженного кишечника. Потому что у вегетарианцев, когда, или особенно у веганов, когда основной приоритет дает грубая клетчатка, вот, то у них наступает быстрое насыщение, и в то же время у них постоянно не испытывают голод, в отличие от мясоедов. Поэтому могут быть и метеоризмы, и вздутие, и нарушение стула в различные формы. Ну, от в такому аспекті. Пані Наталя, ну, насправді, от якщо ми вже розібрали таку картинку для себе, вже з'ясували, що насправді було б добре мати збалансоване харчування, дотримуватись такої дієти, яка була б для нас прийнятною, так, щоб там були і жири, і білки, і вуглеводи, все це в достатній кількості, і так, щоб наш організм міг впоратись. Але ж зараз ми знаємо, що є така кількість людей, велика достатньо, які не можуть, наприклад, вже молочні продукти, чи не можуть, наприклад, їсти жирні якісь продукти, так? Тобто є такі відхилення від норми, і їх зараз більше, ніж традиційно здорових людей, от, які повинні би бути, так? Там, де є зелена картка, так би мовити, у пацієнта, так? То як тоді бути, як тоді харчуватися так, аби все було добре, щоб, можливо, це не так, що спосіб життя, а може, просто щоб для це отримувати комфортного все. Так, так. Ну, я вам сразу хочу сказать, поскольку я врач-практик, то следует отметить то, что для того, чтобы сбалансировать питание, а вегетарианство – это сбалансированное питание, и даже при наличии какой-то патологии, нужно человеку обследоваться для того, чтобы понять, почему он не переносит клетчатку, почему он не переносит кисломолочную продукцию. То есть это может быть и нарушение всасывания лактозы, и нарушение всасывания белков растительного происхождения. Отсюда и дискомфорт. Поэтому прежде чем перейти на то или иное питание, и потом еще играет роль и генетический фон. Так, звичайно. Вот, потому что эти болезни могут передаваться и по генетике. И если человек хочет использовать вегетарианство, но его организм может не принять это,
то я считаю, что такое насилие над организмом делать ни в коем случае нельзя, потому что очень много будет побочных явлений. Вот. И пройдя определенный курс обследований, врач, безусловно, подскажет, а диетолог, врач-диетолог, он может расписать диету в соответственном колораже, то есть соотношение жиров, белков и углеводов для, конкретно, для конкретного человека. Это очень важно. Якщо, наприклад, люди думають про майбутнє своє, так, про народження дітей, здорових дітей, так, то дуже часто виникає таке питання, а як бути тоді? Так, чи можуть ці сім'ї виносити, так, народити і започаткувати дітей, аби вони були здоровими? Це питання теж стоїть дуже гостро і піднімається в першу чергу. Ось я хотіла вас запитати, наскільки воно є серйозним і чи є там свої мінуси теж? Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Вот в литературных источниках и медицинская статистика показывает, что у веганов дети рождаются с некоторыми отклонениями в возрасте, в росте. Это есть и умственная отсталость, и физическая отсталость. Вообще ребенку противопоказано веганство, вегетарианство. Почему? Потому что им нужно определенный набор микроэлементов, им нужен определенный набор для роста и белков, и жиров, и углеводов. Веганство это может не дать, и вегетарианство тоже. Поэтому особенно вот еще в период беременности, там происходит гормональный фон, а многие трансжиры, которые используются, или нерафинированные жиры, они не дадут полностью сформироваться детскому скелету. Поэтому нецелесообразно использовать беременным, кормящим и детям вегетарианство. Это не приведет к добрым каким-то начинаниям. Или же, предположим, если вы уже хотите, чтобы ребенок был вегетарианцем, то нужно хотя бы это начать где-то с 14-15 лет, то есть когда уже сформировались какие-то более тонкие органы. Ну, я думаю, что в этом вопросе педиатры больше будут разбираться. Ну, я би не советувала. Ну, все одно, якщо ми говоримо зараз про харчування, то я думаю, що якраз лікар-гастроентеролог, він знає усі особливості, що впливає, наприклад, яке харчування, так, як може розвиватися той чи інший орган потім у людини, особливо, якщо це в маленькому, недорослому ще віці, коли ще дитина не має тієї основи, яка повинна бути у дорослої людини. І, звичайно, що можуть бути проблеми. Але ж я вам скажу, що зараз би з вами посперечалися, і вегани, і вегетаріанці, вони би казали, що це все не так, бо їхні діти здорові, і вони мають своє право, як то кажуть, так, тому що це спосіб життя таких людей. Але ж чимось вони повинні все замінити. Замінити той недолік, якого немає. Ну, переважно, ви вже казали про те, що замінити можна рослинного походження білками, так? Ну, це переважно, мабуть, білок. Якщо це залізно, може більше яблук їсти, я не знаю. Ну, може так. Ну, тоді, як практика показывает, даже недостаточно съесть килограмм яблок, чтобы получить нужное количество железа. Понимаете, ну, споры, да, они есть, будут всегда. Поэтому, да, действительно, вегетарианцы сейчас, слушая передачу, скажут, это неправда, у нас вот здоровые дети. Безусловно, есть исключения. Безусловно, есть исключения. Но, опять же, я возвращаюсь к тем исследованиям, которые проводят диетологи мировой науки и медицины. Они скажут, что среди детского населения преобладает и анемия, и все. Поэтому, пожалуйста, если ваш организм переносит все хорошо, вы чувствуете себя комфортно, вы активно занимаетесь спортом, пожалуйста, используйте вегетарианство. Это здоровый образ жизни. На сегодняшний день он занимает одно из ведущих мест. Пані Наталія, а я все ж хочу зараз наостанок запитати вас, от як взагалі, як лікаря з величезним досвідом, з практичним досвідом, що би ви порадили людині? Ну, я маю на увазі зараз тих людей, які лише збираються, можливо. У них є думка переходити чи не переходити на те чи інше харчування, бо зараз дієт розписано в інтернеті, можна зайти
прийти побачити, неймовірна кількість дієтологів з'явилася. Да, до речі, їх з'являються просто сертифіковані фахівці, це не лікарі, просто дієтологи. І це теж велика проблема на сьогоднішній день. І для того, щоб не зіпсувати вже своє здоров'я, потрібно слухати тих фахівців, які точно знають, що буде і як, які пройшли на практиці, на своєму досвіді. Тому скажіть, будь ласка, як правильно харчуватися з вашої точки зору? Ну, поскольку, еще раз повторяю, я практикующий врач, я считаю, что любая диета должна основываться на той патологии, которая выявляется. Это первое. Если патологии нет, то, пожалуйста, гастроэнтеролог может составить. Диетологи, я считаю, что диетологом должен быть врач. Потому что он оценивает не только антропометрические данные и пожелания пациента, но он должен и учитывать ту соматику, которая преобладает, а те сопутствующие заболевания, а являются ли они показанием для вегетарианства или веганства, а может быть, они могут быть и противопоказаны. Поэтому лучше все-таки проконсультироваться или с гастроэнтерологом, или с врачом-диетологом, для того, чтобы грамотно, четко распределить. Я хочу еще раз подчеркнуть, что вегетарианство и веганство – это четко сбалансированная диета. Это когда идет четкое расписание жиров, белков и углеводов. При этом обязательно должна быть физическая активность. И для того, чтобы избежать осложнений, соматических заболеваний, нужно четко понимать, что там нет соматических заболеваний. Пожалуйста, вы хотите заниматься веганством, у вас нет противопоказаний. Пожалуйста, используйте сбалансированную вегетарианскую диету. Я вам дуже дякую, пані Наталія. Насправді всі зрозуміли вже, що без рекомендацій, без чітких рекомендацій нічого краще не робити зі своїм організмом, бо то така система, до якої треба таке врівноважене і дуже уважне ставлення. Не просто так на собі експериментувати. Це дуже потім погано буде на нас же самих. І сам організм буде підказувати, що йому потрібно, а що не потрібно. Поэтому лучше к нему прислушиваться. Он четко даст ответ на многие. Пусть это будут незначительные какие-то отступления. Но он скажет, да, я этого хочу. Но если вам хочется кусок мяса, ну съешьте его. Ну на цьому, мабуть, і завершимо, пані Наталія. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, що так грамотно розповіли про усі плюси та мінуси з такого харчування. І не лише харчування. Сьогодні ми говоримо про спосіб життя багатьох людей. Тому я думаю, що з задоволенням сьогодні послухати нас як вегетаріанці, так і люди прихильники більш традиційного способу життя, так, які їдять м'ясо. Я думаю, що всім треба бути здоровими, задоволеними життя, і все буде добре. Дякую вам. Дуже а ми зустрінемось за декілька хвилин.